Как-то раз одни мои московские друзья, впервые осматривая петербургские достопримечательности под моим чутким руководством, спросили, неужели в таких прекрасных домах в окружении атлантов и кариатид живут простые люди, даже на Невском проспекте? Действительно, главная улица Петербурга имеет такой торжественный вид, что кажется, она совершенно несовместима с обычными житейскими ситуациями. Так ли это? Давайте отправимся на Невский проспект в поисках жизни. Поиски жизни привели нас в кафе неподалеку от проспекта. Там-то мы и встретили Юлию Беломлинскую, писательницу и сочинительницу городских романсов. Невский проспект вообще щедр на встречи. Но об этом чуть позже. Привет! Ну что? Вот, ну. Вот кто нас проведет по Невскому. Куда мы идем? А куда мы идем? Ну пошли, здесь подворотня должна. Здрасте. В район Невского проспекта Юлия Беломлинская перебралась 6 лет назад. Тогда еще можно было на заработанные за океаном 17 тысяч долларов купить квартиру в центре Петербурга. Теперь таких цен нет даже на самых дальних окраинах города. Когда мне недавно в каком-то интервью сказали, а это правда, что вам Матвиенко дала вашу квартиру за то, что вы сочинили для нее песенку? Вот я говорю, нет, это квартиру, если я, можно сказать, что я получила квартиру от двух ее предшественников. Как от двух? Я говорю, ну здесь был город в таком состоянии, что, видимо, цены на квартиру упали до такой степени, что, зажав в кулачке вот эту забавную сумму денег, я вот смогла купить квартиру. Толпы нищих, какое-то страшновато было. А сейчас как-то ничего, все расцвело, и ни о каких... О том, чтобы бедные девушки покупали себе квартиры вот в таких местах уже, конечно, к сожалению. Удовлетворение от благоустройства Невского проспекта и сожаление сливаются в сознании петербургского жителя неразрывно. Александр Флоренский, один из самых известных художников Митьков, уже лет 10 живет на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы. И, похоже, больше склоняется к сожалению. Тогда-то мы думали, что весь вот Петербург прекрасный испортили проклятые большевики. А теперь, в общем, с течением времени выяснилось, что тот Ленинград проклятых большевиков был довольно-таки ослепительно органичный, такой уже руиной, по-своему очень прекрасный, как какая-нибудь картина Клода Лорена, эрмитажная, изображающая красивые удивительные руины, в которых живут пастухи и пастушки, там сушится белье, и совершенно все нормально. Ну, собственно, так сегодня выглядит Тифлис там, или какие-нибудь кварталы Неаполя. Если бы можно было каким-то образом законсервировать руины, то художники непременно ухватились бы за эту возможность, ведь в развалинах чувствуется история, а в обшарпанности лучше видна живописная фактура. Наверное, нет другого выхода, кроме как чинить. Это я умом понимаю. Но есть какие-то чувства, которые отказываются в это верить, что это хорошо. Каким же должен быть Невский проспект? Таким, как он был задуман архитекторами и монаршими особами, в том виде, как его застала революция, или таким, к которому претерпелись местные жители за годы советской власти. Вот эта жизненность, витальность. Петербуржцы, мне кажется, как-то так традиционно не очень любят, да? Им хочется, чтобы тут был город-музей, а тут, конечно, тут еще, кроме помимо того, что это музей, это порт. И это город-порт, и здесь, безусловно, должна происходить какая-то торговля, и должны находиться какие-то торговые люди. Надо отдать должное торговым людям. Ведь именно они во многом сформировали Невский проспект в том виде, каким мы его застали. Достаточно взглянуть на фотографии столетней давности. Ничего не изменилось. Я смотрю, вот как будто вот я нахожусь в сегодняшнем времени. На крышах такие же конструкции. И такие же, все рекламами, то есть вот вся архитектуры нет, сплошные рекламы. Выходит, что рекламодатели чуть ли не восстановили исторический облик Невского проспекта. С другой стороны, говорят, сразу после революции, без коммерческой суеты, он тоже неплохо смотрелся. Есть свидетельство того, что Невский, в частности, и Петербург вообще, стал неимоверно красив в гражданскую войну. Об этом пишут очень многие люди, не сговариваясь.
художники, писатели, поэты, потому что, ну, вот как бы отвалилась мишура, остался вот холодный этот классический призрак мерцающий, кошмарный, действительно потрясающий. А вот эта вся вот ежесиюминутная вся чешуя куда-то делась. При всей заманчивости такой перспективы жить в Петербурге в ту эпоху все же не хотелось бы. Невский проспект как-то во все времена умудрялся совмещать строгость образа с блеском буржуазных витрин, аристократизм и коммерцию. Сколько надежд, стремительных взлетов и отвратительных преступлений связано с Невским проспектом времен становления российского капитализма. Прямо из этого кафе террористы отправились убивать царя. Здесь российская публика впервые познакомилась с граммофоном и кинематографом. Именно по Невскому проспекту впервые проехал троллейбус. Здесь были самые шикарные витрины и стояли самые модные храмы всех христианских конфессий. А сколько состояний было обретено и утрачено в самые сжатые сроки. Менялся и сам облик Невского проспекта. Волею судеб вы поставили камеру сейчас напротив двух домов, двух зданий города, которые, по воспоминаниям современников, таких как Бенуа и его друзья, считались самыми уродливыми новыми зданиями Петербурга. Здание Зингера и храм Спаса на Крови. У них в реестре третьем, по-моему, стоял Елисеевский. Ну вот он тут недалеко. Вот. И это то, что их просто, ну, как бы не просто раздражало, а бесило и доводило до истерики. Елисеевский магазин был всегда, и нам казалось, что это какая-то волшебная красота. Вообще, мой самый любимый стиль на свете – это модерн. А ведь в свое время архитекторы, приверженные стилю модерн, немало натерпелись от своих критиков. А когда пронесся слух, будто компания «Зингер» собирается прямо на Невском проспекте построить восьмиэтажное здание в нью-йоркском стиле, негодованию горожан не было предела. Но высотный регламент тогда еще никто не отменял, и компания ограничилась башенкой. Ну, а сегодня, глядишь, мы присмотрелись, нас уже теперь «Газпромами» пугают, а «Зингер» нам уже кажется милейшим зданием, старинным, как бы, да? И его китчеватости мы, в общем-то, уже не замечаем, потому что глаз замылился, и с рождения мы его здесь видим, ну и хорошо. Прогулка продолжается. Сейчас мы узнаем, к чему приводит нашествие терминаторов, что следует делать, чтобы достучаться до Господа Бога, и познакомимся с художником, который 10 лет подряд пишет один и тот же пейзаж. Просто, можно сказать, влюбился в этот пейзаж, невольно причем, как в женщину, понимаете? Петербург меняется, как только сюда приходят деньги. Сохранить город в неприкосновенности за все время советской эпохи удалось в первую очередь потому, что у властей не хватило денег на его разрушение. В 30-х годах был готов план переустройства Ленинграда по образцу Москвы, но в переоборудование столицы ушло столько народных средств, что на Ленинград просто не хватило финансов. В последние годы Петербург стремительно меняется в связи с новым притоком денег. Оказывается, эпоха перемен может нагрянуть и в периоды стабильности, а не только во время революции, как нам казалось. Взгляните на эту картину. Еще 2 года назад здесь, на углу Невского проспекта и улицы Восстания, стоял дом. Год назад он принял такой вид, как будто в него угодила авиационная бомба. Сейчас это место больше всего напоминает обычную стройку. В наше время это называется реконструкция. Еще совсем недавно на этой стене была надпись: «Работы по демонтажу ведет компания «Терминатор». Ну как это понимаете, что это неудачная шутка или циничное издевательство? Всем известно, что гильотина – лучшее средство от перхоти. Так петербургские власти борются с разрухой. Они заверяют, что на месте этого дома построят другой, точно такой же. Точно так же из шикарного ожерелья можно вытащить настоящие камни, чтобы заменить их точно такими же, но фальшивыми. В Петербурге неизменность – это вообще-то то, что со временем, понимаешь, стоит ценить больше всего. Вот, в отличие от, может быть, Гонконга, где уже, да, чем новее, тем веселее. Но вернемся к каналу Грибоедова. Оставим «Зингер» в покое и обратим свои внимания к «Спасу на Крови».
Как известно, этот храм был возведен на месте убийства императора Александра II. Мы даже знаем теперь, из какого кафе террористы отправились на это дело. Мы знаем также, что многие петербуржцы приняли в штыки этот храм в псевдорусском стиле. Но простые люди приняли его совсем по-другому. Была такая традиция писать на нем записки к Богу. И у мамы рассказ о том, что писали такие предложения какого-то обмена, что ее страшно тронули эти вот именно записки, где было написано, что «Господи, возьми у меня здоровье и передай моему сыну Николаю». Или там «Господи, боженька». Пусть у меня не будет новой квартиры, но зато вернется Люськин муж и набьет ей морду за мою исковерканную жизнь. То есть вот какой-то... Я с тех пор приучилась, что очень хорошо работают молитвы, когда предлагаешь какую-то, ну, что-нибудь такое поменяться. Невский проспект, как главная улица Российской империи, часто становился полигоном всевозможных новаций. Но каким-то образом ему удавалось оставаться самим собой, сохранять характер и внутреннюю последовательность. В целом... Невский проспект, ну, как будто вспомнил сам себя, как Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал, вот, что Невский был вымощен гранитом. И вот, посмотрите, мы снова ступаем по гранитным плитам, что все-таки вот нет этого асфальта. Асфальтовое покрытие, кстати, тоже впервые в России появилось на Невском проспекте, на мосту через Мойку, именуемом Полицейским или Зеленым мостом. С этим местом связана другая достопримечательность Невского проспекта – Живая. Привет, дорогой товарищ. Здравствуйте. Художник Владимир Ельцов уже лет 10 подряд постоянно приходит на это место. Некоторое время он пробовал писать на другом углу моста через дорогу. Но после недолгих метаний, по каким-то одному ему известным художественным причинам, прочно обосновался здесь. Ни шагу в сторону. Я просто, можно сказать, влюбился в этот пейзаж, невольно причем, как в женщину, понимаете? И я уже не знаю, куда ты где утром встаешь и думаешь, куда зайти пописать, чтобы не потратить зря время. Думаю, все-таки сюда, потому что здесь самое такое оптимальное, самое наиживописнейшее и наинтереснейшее, так сказать, вот место. Конечно, с точки зрения пейзажа. Вечером уже просто наслаждение. Уже не до письма, думаешь, боже, какая красота. Может быть, на первый взгляд художник Ельцов больше похож на маляра. Но его работы по своей художественной ценности дадут фору многим признанным салонным творцам. Как правило, чем художник лучше, тем картина у него дешевле. Тут пропорция обратная. А чем он моднее, салоннее, так сказать, и, в общем, раскрученнее в плохом смысле, тем дороже. У Володи, как у настоящего художника, картины, как правило, дешевые. К тому же у него нет на них фиксированных цен. Он так артистично подходит к вопросу, оценивая личность. И, в общем, чем человек приятнее, тем картина становится дешевле. Сам Александр Флоренский, будучи признанным мэтром живописи, не может пройти мимо, чтобы не купить у уличного своего коллеги очередную работу. У него уже набралась целая коллекция таких живописных эскизов. Но там еще что-то торчит. Подпольное. Подпольное. Типа андеграундное. О, хорошее. Специально сберегал. Иногда Владимир устраивает небольшую физическую разминку. Пока он прогуливается вдоль мойки, никто к его работам и вещам не притрагивается. Он выбрал, говоря высоким стилем, подвиг юродства и вот избрал такой вот ход. Так что, конечно, мы все привыкли к стереотипу, что уличный художник, ну, не может представлять никакой ценности. А вот, нет, есть исключение. Тут не только я, прохожие меня за рукав останавливают, говорят, смотри, во, красота, представляете, а уж я куда там? Общение с прохожими – такая просветительская деятельность, еще одна сторона работы Владимира Ельцова. Удивительно, когда он вообще умудряется писать. Я на него смотрю не как на прохожего, а как на живописное пятно. Мне нужны впечатления. Я тут же включаю этот образ где-то вот в свою композицию. Это разве плохо? Это же часть пейзажа, невольная, понимаете, прохожие.
петербургский прохожий, постоянно меняясь сообразно последним веяниям моды, по сути своей остается неизменным, как и сам Невский проспект. Если я приезжаю именно на Московский вокзал, и я выхожу на Невский, то что мне бросается в глаза? Толпа. Я хочу сказать, что я в первое мгновение я узнаю толпу. Эта толпа отличается от толпы в Москве, от толпы в Берлине, от толпы в Варшаве, от толпы в любом крупном городе. Гуляем дальше. Попробуем разобраться, чем петербургская толпа отличается от всех прочих. Встретимся с волком и медведями и определимся, наконец, можно ли жить на Невском проспекте. Если Московский вокзал – главный вокзал Петербурга, то Невский проспект – это парадный вход Петербурга. Это позволяет приезжему человеку почувствовать себя желанным гостем. Согласитесь, что не все города встречают гостей с парадного входа. Парадность, она требует ответственности. Я хочу сказать, что, например, в 19 веке на Невский проспект нельзя было выходить плохо одетыми. Это отразил, кстати, между прочим, Чернышевский в романе «Что делать?». А как это ты собралась в таком платье простом на Невский проспект? Там говорит героиня, что на Невский проспект нельзя было выйти, ну, в каком, ну, никаком, как мы с вами сейчас, там, в джинсах и в кроссовках. Вплоть до 60-х, 70-х годов прошлого века было принято, отправляясь на Невский, одеваться каким-нибудь особенным образом, как во время похода в гости или в театр. Невский проспект – это улица, где она показывает себя, и любой человек, который по ней идет, и он показывает себя. Сейчас же первое, что бросается в глаза приезжему человеку – это обилие красивых девушек и сдержанные темные тона в одежде. Последнее обстоятельство многих раздражает. Да, раздражает, когда здесь долго живешь и думаешь: «Господи, ну почему все в черном? Ну почему все темные?» А что делать? Я хочу сказать, это просто очень активное влияние города. Влияние города сказывалось на прохожих людях Невского проспекта самым противоречивым образом. До сих пор справедливы слова Гоголя. «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле». Не знаю, как во времена Гоголя, а в наше время прогулка по Невскому проспекту часто принимает вид забега на длинную дистанцию короткими перебежками. И даже не имея никакого нужного, необходимого дела, через минуту начинаешь замечать, как шаги ускоряются, все чаще идешь на обгон, а медлительные неповоротливые прохожие начинают жутко раздражать. Это неудивительно, если вспомнить, что Невский проспект всегда играл роль взлетной полосы. Речь не только о головокружительных карьерах при дворе. Эта улица всегда была правительственной трассой, связывающей главный стратегический объект Адмиралтейства и главный вокзал Николаевский, сейчас Московский. А через него со всей империей и ее окрестностями. Впрочем, связующая функция Невского проспекта до сих пор работает и на местном уровне. Гоголь верно заметил. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Это никуда не делось. Тут со времени Гоголя население города увеличилось, я думаю, самое маленькое раз в 20. Вот. Но в этом плане ничего не изменилось. Пройдя там 400 метров по Невскому проспекту, встречаешь человек 8, из них при этом двое будут москвичей, а один там из Парижа, остальные питерские. Это неизбежно абсолютно. Но это такое, как в деревне, на Большаке. Ну, вышел, и все равно, что сидеть на заваленке на главной улице деревни. Ну, все идут мимо. Николай Гоголь верно ухватил самую сущность Невского проспекта, которая не изменилась до сих пор. Это еще более удивительно, если учесть, что в гоголевские времена парадный Невский проспект был гораздо короче. За Фонтанкой он мало чем отличался от того же милого гоголевскому сердцу Миргорода или другого провинциального городка.
И только в конце 19 века, во время триумфального шествия капитализма по России, эта часть проспекта начала стремительно застраиваться. Площадь Восстания для Гоголя это уже был, ну как вам сказать, это не то что предместье, а это ну, страшная окраина, где могли ограбить, где мог волк, настоящий волк, он мог прибежать и там укусить, это остались свидетельства. Вот оно, свидетельство. В 1819 году, практически в пушкинские уже времена, ночью, прямо на Невском проспекте, где-то в этих местах, часовой был атакован волком. Зверюге удалось прорваться в город, и он даже успел погулять по улицам. Брысь! Может быть, эта история, исказившись в сознании иностранных гостей, и породила легенду о том, что по российским улицам гуляют медведи. Даже совсем недавно городские власти в специальных роликах попытались обыграть этот стереотип. Санкт-Петербург. No bears, just beauty. Впрочем, ходили по Невскому проспекту существа и поопаснее волков и медведей. Если считать, что это наша европейская гостиная, то уже 90-е схлынули, уже перестали стрелять, но в мягкой мебели завелись все вот совсем неприятные клопы, тараканы, то есть мелкие-мелкие такие стрит-хастлеры, которые следили за иностранцами, кого-то побили, и вот уже прошлое лето куда-то они исчезли, честно говоря. Все равно здесь... Как кончилась эпоха. Давно уже не работает на гостином дворе галера, место тусовки фарцовщиков, которые в ближайшем туалете могли продать фирменные джинсы или косметику. Есть французские духи, те, что вы хотели. А также облапошить или избить. Девушки изумительные, не тут уже не метут подол, они сидят в разных определенных местах, их не видно, да? Ну они есть, да. Язык потом даже уже не поворачивается назвать их каким-то неприличным словом, потому что они профессионалки высокого класса с тремя языками, с университетским образованием и... Ну, не знаю, может быть, даже слово «куртизанка» к ним не подходит. Вот. Может быть, только японские гейши как-то могут... Но их нету, они не подметают тут вот подол со словами «Мужчина, я незнакомочка, хотите познакомиться?» Это значит со своими озерками, когда написал блог, то барышни, они еще ходили подвое и говорили «Мы две незнакомочки». Пожалуй, такого благонадежного вида Невский проспект уже давно не имел. Он стал настолько респектабельным, что сами местные жители удивляются. А мы-то что здесь делаем? Тут улица дорогих магазинов, да? Ну да, так всегда должно так быть, было. Я не представляю, может ли кто-то здесь жить. Здесь вообще никто не должен жить. Но если здесь никто не должен жить, значит, здесь можно по вечерам громко петь на улице. Потому что по логике мы не должны никого разбудить, да? Угу. Значит, можно идти по Невскому и что-нибудь громко-громко орать. Поскольку это совершенно стала буржуйская улица, надо петь что-нибудь очень революционное такое. Да. Дан приказ ему на запад и в другую сторону уходили комсомольцы на гражданскую войну, к примеру. Выходит, что московские гости были недалеки от истины. Может быть, Невский проспект мало приспособлен для жизни, но это идеальное место для того, чтобы возвращаться сюда, чтобы еще раз поразиться тому, как ему удается сохранять постоянство, невзирая на все перемены, чтобы поддержать его. Без наших восторгов и воспоминаний Невский проспект давно бы уже рухнул под тяжестью собственной значительности. Когда мы возвращались уже из Парижа, то все города казались ниже коленки. То есть Стокгольм, провинция, Хельсинки вообще... А приехали в Петербург, достоин Парижа. Все нормально. Все нормально, на одном уровне. Достоин Париж. Это было самое сильное ощущение. Когда мы вернулись, вот приехали сюда, как раз автобус пришел на площадь Восстания, мы вышли, Невский проспект, и вдруг я чувствую, достоин Парижа. Я жалею, что я вот лишен этой радости, потому что я как-то, получается, по Невскому хожу озабоченным. Там то домой, то из дома, то там за сардельками, то с билетом в каким-то кассу. В общем, как-то все по делу. Вот. А так бы здорово просто погулять.
Мы уходим с Невского проспекта, но надолго не прощаемся, потому что любая тема, какой бы мы ни коснулись, музыка, литература или белые ночи, непременно выведет нас на эту улицу. Нагуляемся еще. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все.